Древние египтяне среди всех прочих богов особенно почитали Тота, бога мудрости, счета и письма. Он считался создателем письменности, чисел. И с самого времени под его покровительством находились все архивы и библиотеки. Но только посвященные жрецы знали, что, кроме всего прочего, Тот был хранителем тайных сокровенных знаний о строении Вселенной, ее прошлом, настоящем и будущем. По легенде, он передал жрецам книгу, в которой были записаны все главнейшие положения оккультизма, знаменитую книгу Тота. Жрецы закодировали эти сакральные знания в специальных символах, которые с течением времени стали использоваться для предсказания судьбы. Предание гласит, что книга Тота состояла из 78 золотых пластин, на которых были выгравированы символы и числа. Смысл этих знаков и их соотношение с людьми и предметами был заключен в аркане, иначе именуемом дверью.